Вылез из гнезда. Давай просить еду. У папаши, да? Малой. Так кричит страшно. Это самый младший. Эти уже все повылазили. Все разные. Природный окрас сидит малой. Это жемчужная карила нимфа, которая мне очень сильно нравится. Вот такой вот пестрый мраморный светленький. И вот самый малой сидит и просит, дай езжать, папаша. Ладно, я их, наверное, испугала. Не хочет больше просить. Ну, вообще так прикольно посмотреть. Это мои тут еще одни дети, которым недавно 2 месяца исполнилось. Вот такой сорока. Это просто, я их называю сороками. Уже взрослый. 2 природника. И один такой. Нимфа жемчужная. Ну, конечно, еще будут линять. Перенье будет более яркое и красивое. Самые первые перья у детей, они такие, скажем так, не самого лучшего качества. Но, хочу сказать, у моих птиц они более-менее нормальные. И даже красивые. Но после первой ювелирной линьки они, конечно, еще красивее становятся.